Пока студенты, однако настрой, как у настоящих профессионалов. Эти ребята готовы применить все свои знания в области рекламы, медиа и пиар на уникальной образовательной площадке первого опорного. В медиапарке Донского государственного технического университета начинает работать 13-й межвузовский студенческий конкурс рекламных медиа и пиар-проектов «Пиар в Ростове». Фестиваль проводится из года в год, проводится успешно. И такое количество людей собирает каждый год. Он вышел уже давно на уровень российский и даже международный. Конкурс «Пиар в Ростове» – это площадка для самых креативных, талантливых, активных студентов и школьников. Здесь ребята решают реальные практические задачи в области связи с общественностью, находят нестандартные решения в разработке своих проектов, работают быстро, результативно и эффективно. Каждый раз усложняем задачи и кейсы, которые предоставляем на конкурс для студентов. И они успешно справляются. Я уверена, что в этом году мы получим массу креативных, интересных решений, которые сможем использовать в своей работе. Ну а те студенты, которые лично проявят себя, мы пригласим их на стажировку в банк. В рамках фестиваля участники посетят мастер-классы от ведущих экспертов по коммуникациям крупнейших российских компаний, авторитетных СМИ и других организаций-партнеров фестиваля. И, конечно, получат новые знания и бесценный опыт для дальнейшей профессиональной самореализации. Мы надеемся, что польза будет очень большая и нашим партнерам, и нашим студентам. Фестиваль очень важен для всех студентов, которые приходят поучаствовать. Это для меня огромный источник знаний. И я считаю, что этот фестиваль даст мне очень много профессиональных навыков, очень большой вклад в мое саморазвитие. Мы очень хотим приехать к вам в следующем году. Надеюсь, у нас это получится, потому что нам очень нравится у вас. Альбина Кислица, Яков Кардо, ДГТУ ТВ.